Здорово, народ, с вами Енот, это Андрюха. И сегодня у нас будет обзор на реально крутую премиальную жидкость, а точнее производителя, который предоставил мне пару линеечек. Марина Вейп. Погнали! Сегодня мы с вами будем говорить про жидкость от производителя Marina Vape, который любезно мне предоставил пару, так сказать, жидкостей из разных своих линеек. Это достаточно крупный и известный производитель в Америке, который делает разные жижонусы. Вот, они предоставили мне пару своих жидкостей на обзор. Это два пончика. Свитшак, покажи, это фруктовенькое. И Vape Flurry. Про них мы, собственно говоря, с вами сегодня и будем говорить. Жидкости представлены в объемах 30 и 60 мл. Идут вот в таких вот красивых, прикольных коробочках. Там спереди указано, собственно говоря, что это за вкус, бла-бла-бла. Not for sale to minors. Это, короче, не продавать несовершеннолетним. Там всякие хэштеги, бла-бла-бла-бла-бла. Сколько ПГВГ и тому подобное. ПГВГ везде отличается. Как я понял, в том, что... На что мы сегодня будем делать обзор, везде Max VG, да, то есть это Max VG жидкости. Одна фруктовая у нас будет, три десертные, никотин 0,36, 60 и 30 мл в стекле, как я уже сказал, в коробочках. И ценник розничный, ребята, за 60 мл в районе 1600 рублей. В общем, ценник топовый, про жидкости, забегая вперед, тоже топовый. Я их прям, вот прям я над ними корпел такой, пожалуйста, я их отставлял. Потому что надо на них записать обзор, я их прям очень много их парил, очень клевые жижонусы. Американские производители, у них много линеек, и сегодня мы будем говорить про несколько из их вкусов. Такие дела. Огромное спасибо Marina Vape за предоставление данных жидкостей мне на обзор. Ссылочка будет на американский сайт, но в общем и целом, если вы увидите эту жидкость, одну из этих жидкостей на полочках, и вам понравится наша реакция на данные жидкости, обязательно берите прям... Ну я просто забегаю вперед, чуваки, это очень вкусно, это премиалочки. Поехали. Ну начнем мы с фруктового вкуса под названием Sweet Shack. Сладкий, кислый, терпкий, фруктовый, дальше какой-то взрыв клубничного сока с ударами свежего нарезанного летнего арбуза в твоей семье барбекю. Идеальный микс для улыбок. В общем, мы реально поулыбались, пока читали описание. Кстати, все крепости, никотин троечка, так что вот. Такие дела. Реально, я бы вам дал бы больше информации, но опять же, мы делаем обзор не на конкретную линейку, мы делаем обзор на конкретные жидкости конкретного производителя. У меня не все линейки, то есть у нас вот пончики, там их 2 из 3, поэтому нельзя рассказать вам полную картину, то есть как обычно. Поэтому мы будем вам просто рассказывать про эти жидкости, а вы уже будете понимать, стоит их брать на полке или нет. Фарлик Гнарли, сука. Но это не прям фарлик, но это прям очень вкусная фруктовая жидкость. Да, одна из лучших. С учетом того, что такой микс очень необычный, именно мало где встретишь. И кислинка именно, то есть если в фарлике кислинка идет от киви, здесь именно кислинка от клубники такая, да, вот да. Именно клубника такая, прям слегка кисленькая, очень клево. Кислый вдох, на выдохе все это добавляется арбузиком, то есть это клубника смешивается с арбузиком. На послевкусе остается прям такой сладкий, вот прям сладкое нечто, прям вот я не могу описать, что это. То, что я не понимаю, это прям что-то такое сладкое, нечто, это не свитер, это как будто вот такая фруктовая, очень классная сладость. Прям вот как есть этот коричневый сахар. Тяжело, знаете, ребята, тяжело неизбалованным нам рассказывать про премки, потому что, ну, опять же, забегая вперед, мы будем полить каждый вкус. Потому что это нечто. Линейка очень хорошо, хорошая. Ну, не линейка, а вот все жидкости, которые мне дали. Прям, да. Спасибо, Marina Vape. Следующий вкус у нас Pebble Donuts. Это уже линейка пончиков от компании Marina Vape. По описанию это, в общем, пончик и завтрак, да, то есть как бы вроде бы какое-то сумасшествие, но ребята из Marina Vape решили это все дело смешать воедино и сделали этот вкус. На запах из флакончика это прям отличная выпечка со злаками, прям муа, прям ну, да. Супер прилип. И, кстати, когда мы общались с производителями, они сказали, что именно в Америке пончики, у них самый большой линейка ажиотаж. Пончиков, да, то есть как бы Америка вообще очень сильно любит всякую выпечку и так далее. Например, вкус свитшак
они специально выпустили под Россию. Я совершенно сейчас забыл, ты вот напомнил, я прямо сейчас вспомнил. Свитшак и вообще фруктовые жидкости, которые они сделали специально, чтобы зайти на российский рынок, потому что в Америке фруктовый вкус не очень пользуется популярностью, а именно в России, ну вы сами знаете, фруктики это прям топчик. Ну что сказать по этим пончикам, опять. По этому пончику. Да, опять. Идеальное сочетание. Серьезно. Цук, он идеальный. Кстати, ТХ послабее, но он, сука, он тоже сладенький, прям глазированный пончик и как будто злаки. То есть вот вы, как будто вот вы, знаете, едите, это как его, хлопья злаково и заедаете это все пончиком, прям вот на один укус. При этом очень сладенько, очень так гармоничненько. Блин, я не знаю, я буду восторгаться весь обзор. Чуваки, это американский крутой прем. Все, что я могу сказать, это прем за реально вменяемые деньги. 60 мл за 1600, мать его, рублей. Следующий черничный пончик. Черничный пончик, это даже в описании. Тут даже нет смысла лезть в описание, это черничный пончик. Знаете, обычно черника очень сильно бьет по рецепторам. Здесь она как будто это именно такой черничный десерт. Очень скомпонованный и очень грамотный. Это тоже очень выверенный, блин, вкус. Тоже сладенький такой, прям реально такая сочная черничка. И она прям вот... Я не знаю, у меня восторг. Не, серьезно, черника прям очень хорошо дополняет пончик. На вдохе идет очень хороший пончик, прям глазированный. На выдохе к нему прибавляется черника, и на послевкусе остается прям сладенькая такая черничка, прям засахаренная черничка. На самом деле, ну, чуваки, тут реально нечего сказать. Я говорю, я уже забежал вперед, я вам все карты раскрыл. Это бомбезная линейка, бомбезные вкусы. Все. Мы их тут пробуем просто, знаете, ну, для галочки. Просто еще раз вспомнить эти вкусы, ну, и просто хочется этого попарить, да? Да. Потому что это все-таки, это... Все-таки мы не искушенные вейперы, у нас не так много премок. И для нас это прям такой глоток свежего према. И это реально не насточертевшие премки, да? То есть это что-то новенькое. Да, это, скорее всего, та же самая ТПА, те же самые КПЛ и там еще что-то. То есть попсовые сочетания, но при этом они играют совершенно по-другому. То есть это, блин, это не надоевший всем бэдрип, не фриска, да, которые все парили уже миллионы раз. Это что-то новое. Также можно сказать, что эти ребята, ну, позиционируют себя реально как премиальную жидкость. И это, ну... И это премиальная жидкость, да? То есть... Не как многие пишут, типа, премиум для галочки. Да, здесь это именно сочетание, которое прям сочетание. То есть очень выверено и очень классно. И сбалансировано очень, да. Классно. Да. Последний вкус будет вейп-флури. Вот, кстати, видите, у них бывает такой косяк случается, именно с их флакончиком, видите, слегка криво встает пипеточка. Не надо бояться, это оригинал. Потому что мне, блин, ребята сами предоставили Marina Vape. По описанию это... Флакон очень классный. Да, выглядит прям вообще бомбезно. Матовый, белый. Ну покажи его в камеру. Пипеточки, я забыл сказать, пипеточки, тонкий носик, матовая груша. Все прям, ну, прям как надо. По описанию это мягкий, насыщенный вкус сливочного коктейля с кусочками мороженого и крошкой и сладкого рассыпчатого печенья. Как ребята мне сказали, тут, короче, Oreo и... Короче, клевая шоколадная печенька. Блин, это прям очень кайфовая, блин, печенька. Ну ё-моё, как так-то? Как там говорил производитель, они хотели добиться именно эффекта Макфлури в Макдональдсе. Вот серьезно, у них получилось. Потому что прям вот чувствуется, что такое сливочное. И там такие, ну, сливочное, кремовое, да, типа, да. И то нотки есть... шоколада такие есть. И при том очень приятные нотки. Нечего добавить. Он очень приятный, это как молочный коктейль. Ты его прям вот пьешь, и знаете, вот такая прям вязкость небольшая остается, прям как молочный коктейль. Блин, да, это молочный коктейль с кусочками этого шоколада, который вам попадается. Мороженое. Ну, мороженое в дорогих ресторанах посыпанное шоколадом. Ты прям берешь, зачерпываешь мороженое, но при этом это мороженое почему-то еще и коктейль. И ты, короче, с этими кусочками шоколада. Мои рецепторы прям... Прем! И знаете, кстати, в чем очень большая фишка Marina Vape, именно как премки? Обычно все премки по-дикому, просто по-лютому засирают ваши спирали. С этими, я не знаю, с этими такого не происходит. Ну, посмотрите, то есть мы сейчас сидим, парим, мы еще перед обзором чуть-чуть их попарили, и прям, ну, отлично, прям, ну, они реально не загаживают. То есть у них такое вот прям сочетание, знаете, бывает переаром, а здесь именно вот прям... как надо, то есть это даже разбодяживать не надо, это должно париться так, как это и парится. Итог, все жидкости топовые. И вот у меня, конечно, на первом месте это будет черничный пончик, потому что это что-то. Это надо пробовать и понять, что да как. Блин, они, у меня на самом деле даже нет первого, второго, третьего места, четвертого, они все гармоничны, они все по-своему крутые. То есть, я, блин, не знаю, это клево.
60 миллилитров, 1600 рублей, а я видел на полках, и еще дешевле стоят. Ребята, видите это на полке? Хватайте и бегите, просто shut up and take my money. Это жидкость, которую реально стоит попробовать. Ну что, на этом все тогда? Да. Спасибо большое производителю Marina Vape за то, что предоставили мне эту жидкость на обзор. Мне было очень приятно их попарить. Ну а ты не забывай подписываться на канал, ссылочка, естественно, в описании. Ты не забывай подписываться на канал, ставить лайки, оставлять свои комментарии и вступать в паблик Vape Bunker ВКонтакте. Пока!